Всем привет, на связи Когорка 3. Сегодня рассматриваем костюм Грант. Это мембранная ткань, называется Финляндия. Отличный костюм для охоты, рыбалки на осенний сезон. А теперь поподробнее о костюме. Капюшон у этого костюма большой, вместительный. Регулировка есть здесь, значит, по овалу лица, по глубине. Вот. Внутри костюм, внутри капюшон флисом. Отстегнуть можно, если не нужен. Значит, что еще по куртке? Два кармана на рукавах, регулировка манжетов на клепках, центральная застежка молния двойная, открывается снизу сверху, закрывается на клапан. Два грудных кармана, два кармана по бокам грузовые, на карманах есть патронники специальные, вот, с каждой стороны вот такие вот патронники. Специальный расширитель на куртке, на поясе, на молнии. Вот, внутри костюм утеплен флисом, обратите внимание, два кармана для документов внутренних, вот такой вот флис плотный, хороший, вот. По брюкам, брюки здесь на подтяжках можно носить, брюки имеют высокую спинку, вот, спинку можно отстегнуть, если не нужно. Также хотел добавить, что есть два вот таких вот кармана и два кармана здесь по бокам. Крой брюк вот такой вот прямой, отлично сидит, можно носить на ремне, хлястики под ремень присутствуют, обратите внимание, широкая резинка на поясе. Супер костюмчик для охоты, рыбалки, для леса, обращайтесь в наш магазин.